Радиссоне в Дели. Давайте начнем с ванны. Ванна, душевая комната. Все прекрасно. Вот отличное полотенце. Отличный свет. Халат. Один халат. Не знаю, почему один всегда халат. Шкаф. Вот отличный шкаф. Сейф. Полочка для обуви. Холодилка. Полочка. Вот та же комната с рабочим местом. Очень-очень круто. Вот. Диванчик. Вот стол меня очень порадовал, рабочее место. Вот и отличный вид из окна. Шикарный вид. Васик точно не забудет. Так, кто мою зажигалку?
народ с ума сошел. Что происходит, вообще непонятно. Что они здесь делают, чему радуются. Праздник, наверное, какой-нибудь. Фантастическое. Мы сейчас купались в океане, нам начали свистеть. Выходите, выходите, а это оказывается улов рыбы. Я очень надеюсь, что вам чуть-чуть видно. Смотрите, как она прыгает, выпрыгивает. Фантастика. Это вторая группа. Первая группа. Это первая или вторая? Это наша, да? Без некетуголь группа, давай. Нашли? Нашли? Эх! Гумана и Дарана, ты идешь?
Священное животное. Видите, холёсенькая. И такая холёсенькая. Подходим, тоже махала. Кстати, за убийство коровы 10 лет тюрьмы. Священное животное. Вот она банане пошла лопать. Ой, обезьянка вот такая классная. Погнали, погнали, обезьянка. Янки. Ой, падает. Бриллиант, она сейчас к тебе подойдет. Ой, вон они, вот тетю. Ой, они еще ругаются. Водичку пьет. Какая красота. Очень все красиво. That's my call. Как перевозили тебя отца Азакана? Люблю тебя. Любите. Вот, это выражение три. Слово. Я люблю тебя. Да. Это он, то есть, то, помните, в последний момент в жизни своей жены, он обещался, что он будет делать что-нибудь через любви. Ему сказали, что как раз он был мусульманин, он не смог поставить. Был бы он индусом или кто-нибудь, кем-нибудь другим, для него было это намного легче. И как раз он был мусульманином, он не смог этого. И в то же время они были такие богатые, что он даже смог, и сначала он даже и хотел это сделать, построить Тадж-Махал из золота. Но в золоте есть одна проблема. Мягкая. Мягкость вы сможете сказать. Могут украсть? Нет. Еще золото тоже не выражает вечности. Теряет свою власть со временем. Да. Со временем. Поэтому он не... Вот помните, я вам сказал, что ой, дерево нам мешает? Мы уже видели так, да? Если бы вы вообще ничего не знали про Тадж-Махал, не слышали, не знали, не читали ничего про Тадж-Махал, для вас было бы очень сложно верить, что этот монумент был построен в 17 веке. Это уникально. И это он хотел выразить. Своей вечной любовь для своей жены. Жена, которая давно умерла. Она не была в свете. И не была, да? Но, кто выдержал свои последние слова своей жены, он все это и делает. Ну, помните, вам сказали, что как раз большинство людей, которые работали здесь, они были мусульманами, поэтому у нее была серьезная проблема. Вы не представляете, куда нас загрузили, сколько нас человек. А водитель-то поедет с нами, не? О, он будет толкать, Господи, кто нас снимет? Вы думаете, он войдет? Там еще двое. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я восемь. Сейчас, вон девять, вон десять, сейчас поедем. Я хочу видео. И сколько нас машинок таких? Сколько нас получилось машин таких? Ну сколько пошли, да? А ребята там... Так я их сняла уже. Выходим ответ на первый вопрос. Вот смотри, вот этот вопрос. Это тебе ездить не на Мерседесе. У меня Петрова
Надо будет обувь снимать. Обувь снять надо будет. А если человек не будет снимать? Не, я не буду. Я не буду снимать. Мы не пойдем. Я не пойду. Кришна. Настоящий Кришна здесь. Оказывается, туда надо заходить босиком. Но мы решили не развиваться, наверное, сильно вглубь не пойдем. В общем, докуда нам разрешат обутыми, туда мы идем. Далеко не уходи. Thank you.
А что мы здесь делаем? Сидим, отдыхаем. Пионерия. Ой. Алекс у нас пионер вожатый. Бриллиант. Пошли, слон остановился. Побежали, бриллиант. Вероника! Эту команду снять. Надо же это пионер. Эту пионерскую команду надо же снять, правильно? Пионерию. Индийских пионеров. Ребятишки идут. О, да. Пионерия. Индийская пионерия. Алло. Меня уже каталось. Надечка, отойди, пожалуйста. Вы так торганет сейчас. Девочка. Он ножку так красиво поставил. Слоне. Мама, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не Ну-ка, давайте улыбаемся. И машем. Вот элефант.
девочки, вас плохо видно. Сейчас а он сейчас развернется, ты с той стороны это, под солнцем. Маша, он сейчас развернется же. Да. Пешком бы не дошли, да? Кого видите? Кого-то видите? Приехали?